Совместно со специалистами управления коммунального хозяйства был проведен рейд. Представителями административной комиссии города под руководством заместителя председателя, депутата городского собрания Эльмурзы Диветова, направлены на выявление нарушений санитарных норм на территории Хасавюрта. На центральных улицах были обнаружены нарушения на тротуарном переходе, что и вызывает неудобства передвижения по данному участку. Людям ходить негде, посмотрите, движение какое у нас. И это у нас центральная часть города. Это не один день. Почти дней 20 этого хозяина мы не можем найти. Сейчас будем обращаться к работникам полиции, чтобы они помогли нам найти его и наказать. Мы на него в любом случае протокол будем писать, мы его штрафовать будем, но это не выход из положения. В ходе рейда на улице Инженерной были выявлены образования стихийных свалок. Подобная картина наблюдается и по улице Магидова. Также по улице Инженерная было зафиксировано нарушение распоряжения городской администрации о запрещении производства земельных работ на дорогах и тротуарах города в осенне-зимний период 2016-2017 годов, согласно которому подобные действия запрещаются с 6 сентября 2016 года по 15 апреля 2017 года. В ходе мероприятий на нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении. По словам Эльмурзы Диветова, подобные мероприятия на территории города будут проводиться на систематическом уровне. Бурлея Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».